Привитос, Амигос, все пишут и пишут, а когда же Resident Evil, а когда же Resident Evil? Кстати, что странно, на канале Resident Evil, древняя ископаемая игра, смотрят лучше, чем Лару Крофт, вот такая вот борода. Да, написали мне, как проходить это все надо дело, как надо было, как правильно. Да, я бомбанул в определенном моменте, когда мне почему-то показалось, что один из таких баллонов я видел в особняке, и вроде как в прохождении, которое я открыл посмотреть, что, собственно, этот баллон делает, было написано «наберите обязательно». Вот, а я его не набрал, и думал, что, ну, дальше мне, видимо, без него не пройти, надо бежать, возвращаться, блять, у меня от этого просто разорвало шаблон. Оказывается, достаточно тех двух баллонов, что уже здесь есть. Тогда нахера нужен, собственно, тот баллон, который в особняке? Непонятно. Значит, вот эту смесь из двух баллонов красного и зеленого применяем на пиявку, получаем синий талисман. То есть это не пиявка, это синий талисман. Пиявка в банке превратилась в синий талик. Это круто. Значит, теперь надо отправить что-нибудь в библиотеку. Да. Вот эту зябу и мой пламенный привет. А можно еще что-нибудь отправлю в библиотеку сейчас? Нет. По одной ходке, видимо, да? Просто я ему и хилку хочу отправить, и патроны для магнума, потому что, ну, бабенки-то они не пригодятся по ходу пьесы. Бабенка не может брать патроны для дробовика, потому что места нет. Кстати, вот этот лежачий, он же, блядь, живой. Ну-ка. Просто он хитрый партизан. Чувак. А почему ты не могла ему в голову прицелиться, чертова дура? Проще было в него один молотов кинуть тогда, чтобы он сдох. А, ёпта, все равно места нет. Ладно, патроны бабёнка заберет, а чувачок заберет патроны для магнума. Ну, потому что сейчас, видимо, игра перейдет за Билли и... Забили. Все забили. Вот, и вдруг магнум именно ему выпадет. И к тому же... Хотя сейчас надо на инвентарь посмотреть, у кого места больше. Так, переключаемся на этого лохозавра. Только не понимаю, а где тут лифт? Так, а где, сука, лифт-то здесь находится? Вот что-то нихера не помню, где тут лифт? А там уже бомж по коридору бегает. А, вот он лифт. Конечно же, он рядом. Есть что-то внутри. Сука. Конечно, мы, блядь, не можем взять эту херню, потому что у нас... О. Блядь, я, короче, сейчас нахуй за кадром совершу все эти обменные операции. Пизду это все снимать. Наконец-то с этой мудятиной про передачу покончено. И тут встает вопрос, брать с собой, сука, гранатомет или коктейли молота. То, что в коридоре тентакль ходит. Блин, ну гранатомет жалко, я его лучше, наверное, попробую молотками закидать. С двух они дохнут на нормальной сложности. Не с трех, даже с двух. Блять, только не с таких уебанских бросков, правда, нормально надо бросать. Ебануться, блять, ну и управление. Видимо, не каждая тентакля может сдохнуть с двух. На некоторых надо действительно три. Но и остался у меня один. Что мне с ним делать, непонятно. Вон, видите, здесь красный баллон, и тут вообще повсюду стоят. Трава, две травы. Но смешивать наш герой, естественно, не умеет, но можно как бы отправить их наверх. Но просто впадло, честно говоря, сейчас, блядь, еще травой этой. С травой мудиться. Я лучше коктейльчик отправлю последний. Если забрать, потом не забуду.
Надо было поджечь подожженный, отправить, чтобы он дверь открыл, он рванул там. В какой-то игре, по-моему, не можно было оставлять на земле подожженные коктейли Молотова, они срабатывали как взрывчатка. В смысле, как мины. Так. Да. Пистолетик, конечно, оружие ненадежное под конец игры, и, в общем-то, тентаклю тоже из нее не убить. Но, как назло, патронов стало очень дохрена на пистолет. Они не падают, они просто накопились, главное, что. Ну, как падают, не нахожу новых, старые валяются. Так, ну и самый последний вариант. Вообще, когда я думал, что в банке пиявка, я, блядь, никогда бы не подумал, что он дверь открывает, но это оказался талисман. Вот с талисманом еще можно попробовать открывать двери, но с пиявкой. Этот замок, в который вставляется талисман, на почтовый ящик больше смахивает. Может, письма надо отпускать? Что-то такое. Жировал тут какой-то господин с таким, блядь, аквариумом. Огромная картина висит на стене. Название гласит «Женщина в объятиях мертвеца». Заебенчик картина, вот там даже сиську видно справа, немножко порнухи. Загадочные объекты плавают в воде. Загадочные объекты, рыбы что ли? Маффон такой олдфажный, смотри. А, это сабвуфер, наверное, такой здоровый. Да, да, больше патронов для пистолета, больше, нужно больше патронов. А это что блестит? Входная катушка. И что это такое? Что-то еще. Какой-то длинный, высоченный чувак на фотке. Джеймсу 1939. Празднование твоего выпускного. Херась, он до войны школу закончил. Как он интеллигентно смотрится в этих очках. Судя по возрасту, этот парень, скорее всего, сын Маркуса или внук. И ради этого, блядь, умопомрачительно охуенного вывода целую заставку набросали. Люблю, когда вот не ленятся. Так, а дальше-то что-нибудь по карте видно? О, дальше комнатка тупиковая. Ну, сейчас там, наверное, пиздюлей дают, поэтому... Тупиковая. Так, это понятно. Хуй тебе, понял? Блять. Пошел-ка ты нахуй. Ничего, я с ними разобрался. Ослы, а что они тут в своих костюмах делали-то? Эта картина состоит из 4 различных полотен. По-моему, в ней нет ничего особенного. А стоит миллион, я забыл добавить. Эта ваза отлично смотрится, несмотря на несколько царапин. И стоит миллионы, забыл добавить. А вон тоже ваза, смотри, какая. А нет, тут кто-то... А, еще один талисман, зеленый теперь. Вы не можете взять эту вещь. Мурашки по коже, ну да. Так, что это такое? Залупа какая-то. Нужна для того, чтобы запустить монорельс. Вау. Ёбаный ущербный инвентарь. Сука, ну ничего не влезает. Так, хорошо, значит, меня тут не ждут на выходе. Hard trouble. Нет. Ладно. Сейчас я, значит, отправлю бабёнки наверх зеленую херовину. Эту палочку подберу у лифта. Так, короче, это все я вырежу, нахуй. Так, все отнес. Не знаю, нападут на меня сейчас или нет. Возможно. Резьба — единственная игра, в которой, блядь, чит-код на бесконечный инвентарь нужнее, чем на бесконечный патрон. А где владелец кабинета? Это что? О, подожди, а что это такое?
А, еще люстра, вентилятор. У нас на кухне такой был. Борода на самом деле вообще не дует, нахуй. Нужен, непонятно. Скорость включишь, он там лампочку растрясет. Вообще угад. Такой девайс, такой гаджет. Подожди, а когда я сюда-то, блядь, когда пойду? У меня там палочка от монорельса, бусинка, блядь, от двери, а чё? Сюда когда? Блядь. Уже что-то отправил, что ли, мудак? Тут, кстати, чувак сидел же за спиной, сидел, который не был убитый. Чё с ним стало-то? Может, он уже встал и там где-нибудь ходит? Ждет, наверное, когда я передам бусинку, чтобы напасть. Не бусинку, а этот, блядь, талисман или что это такое? Стекляшку, короче. Я хереваю, стекляшка открывает замки. Ну, ёпта, блядь. Уникальный. Чтоб кто-нибудь слепок снял, пошел там к стеклодуву заказал там. Стекляшку в форме сперматозоида, сильвупле. Так, сохранюсь-ка я нах на последнюю ленту, которая у него тут валяется. Не потому, что сейчас какие-то сложные моменты я прошел, потому что я 2 часа, блядь, перетаскивал туда-сюда всякое говно в этот лифт. То есть... Вот именно поэтому нужно бесконечное количество этих лент, чтобы вот после таких моментов перезаписываться и не заниматься, блядь, этой хуйней дважды. Шприц только что, кстати, не блестел. Все, я готов. Так, а куда ее надо? Блин, какие у нее колготки уебанческие в этого костюма, блин. А, вон там, да, по прямой. Сейчас, наверное, этот бомж тоже должен встать, по идее, нет? Не, он, наверное, встанет, когда я приду что-то делать с этой камерой. Газовой. Так. А это что на полу валяется? Какого хуя? Почему она туда зашлась? А я думаю, можно подобрать вот этот код, который на полу лежит. Отправить его Билли. Не, он бы тогда блестел. Тогда бы он блестел. Если бы его можно было подбирать, он бы блестел. Такие правила. Так, а мне куда, блин, надо-то? Сюда? А, ёб твою мать. Вообще не сюда. Все, на меня топографическая паника напала. Там же, в той же комнате, да. Поэтому там и бомж сидит на дороге, что он встанет, когда я вставлю эту каплю грёбаную. В этих играх просто так бомжи не сидят. Они, блядь, никуда не пропадают, если их не вальнуть. Хотя вот именно этот, блядь, куда-то реально ушел. Съебался со страху, наверное. Замок разблокирован. Ну, тут, наверное, такой же пиздатый кабинет сейчас будет. Только в зеленых тонах, наверное. Че у него, блядь, одинаковые двери в разные комнаты могут стоять? Даже, блядь, не подходи, хуесос. Что за звуки-то, блядь, такие? Блядь, бомж ползёт, что ли? Вот ты лох, ебать. Как так громко можно ползать?
еще один. Че он не сдох-то? Вот, отъехал. Я думал, что дробовик ему сразу башку снесет. А это что такое? Стерилизующее вещество? Что с ним делать? А, это морг. Кстати, смотри-ка. Похоже на камень, используя хранить труп. Да, вон чьи-то костыли торчат. Изнутри ужасный запах. Чего? Ноги трупа источают вонь. Остальные части тела вообще с трудом распознаются. Чё ж с ними стало-то, интересно? Оу, еще смотрите. Тело в мешке для трупов, ощущение подсказывает вам, что оно лежит там не целиком. Ты чё ж у тебя, блядь, за ощущения-то такие? Так, ну чего, выкинем? Давайте пока коктейльчик выкинем. Чё-то пистолетные патроны зачастили падать. Потому что девать-то их, блядь, некуда. О, куда упал, упали коктейли. Ну, стерилизующее вещество понятно, куда нужно. Вообще, блядь, странная дверь. В морг? Морг-то нахуя запирать на такие замки, чтобы трупы не убежали, что ли? Так, стерилизующее вещество надо в камеру по-любому запустить. А там будет поворотник лежать, наверное, от двери. О, ну что, ты встаешь, не? Сыт, наверное. Ну да, смотрите, херак. А, и там еще один клиент. Странно, что он в своем костюме, но без шлема там зашел и задохнулся зачем-то. Ой, ебать. Похоже, это устройство заполняет. Какое нахуй устройство? Ключ бери, дура. Ключ питомника. Из золота, что ли, отлили? Ой, вальну-ка я его, блядь, из ТТшника, нах. А ты думал, чувачок. Да ладно, ты что-то... Ты что-то зажился на этом свете, слышишь? Борис, надеюсь, ты сдох. Так, и что за нахер ключ от питомника? А, вот там справа, что ли? Ну, блядь. Сука, что-то опасно, надо сохраниться, зайти по дороге. Что-то мне кажется, я много опять что сделал. А там, скорее всего, пиздюлей насуют. Я убежден, что мне повсюду насуют пиздюлей, поэтому я просто только что в Bloodborne играл. Привык к тому, что меня опиздюливают, блядь, на каждом шагу. Сколько тут лент есть сохранения? Две? Блядь. Две. Ну, одну до питомника, вторую после питомника, я думаю. Хотя смотреть, что там в питомнике. Холл. Ну, навряд ли мне когда-нибудь захочется эту игру перепройти, поэтому в жопу все эти сейвы. Вообще, конечно, такие игры перепроходить можно было только, блядь, 10 лет назад, когда делать было нехер.
Сейчас-то, бля, я не знаю, что способно меня заставить проходить столь нудную игру второй раз. Ради чего? Причем дело не в сюжете, не в геймплее. Чисто, блядь, инвентарь мертвого заебет вот этот ограниченный. Слишком уж отстойно это все. Постоянно, блядь, что-то выкидывать, подбирать, блядь, отправлять. Снова выкидывать, снова подбирать. Да выбрасывай. Ну что, можно было, конечно, сходить за пистолетными патронами в комнату. Даже нужно. Ой, трусишки видно. Ну тут что, ну тут обезьян держали, обезьяны ушли. Нахуй, это что, блядь, за хуйня такая? Нахуй мне этот ракурс? Блять, не дают выстрелить даже. Почему сейчас, блять, не попало, это дура, я вообще не понимаю. Знаешь, дружище, блять. Столько черепашки-ниндзя не живут, блять. Пиздец. Один раз когтями попали. И здоровье сразу упало до уровня внимания. Доклад ОБОО. В предыдущих исследованиях вирус-прародитель вводился непосредственно в организм, но проблема была не только в резких клеточных изменениях, уничтожавших первичную ткань. Стало очевидно, что такой подход совершенно неприемлем с точки зрения управляемости оружия. Следует отметить, что для обеспечения дальнейшего развития организма необходимо работать над улучшением межклеточных связей, пытаясь найти решение. Я провел ряд экспериментов, это мой доклад. Насекомые. Существуя с древних времен, эти организмы зашли в часть... Ой, ёб твою мать, зашли в часть... Частичный эволюционный тупик своего развития. Даже после введения вирус-прародителя единственные видимые изменения появились только в гигантском размере избытки энергии. В текущем состоянии практически невозможно использовать их в качестве биологического оружия. Земноводные. Странно, но после введения лягушки вируса-прародителя увеличился ее язык, а также сила прыжка. При этом полностью отсутствовали какие-либо изменения в области интеллекта. Ее животные инстинкты резко усилились, после чего она стала хватать все, что движется. И трахать, конечно же. Как я в 15. Ее недостатки в качестве БОО вполне очевидны. Млекопитающее. Вирус-прародитель вводился в клетки обезьяны, и его гены попадали в оплодотворенную яйцеклетку. В результате новорожденная особь демонстрировала повышенную агрессивность. Замечено также некоторое развитие интеллекта. При этом наблюдался побочный эффект снижения зрения и обострения слуха в результате ответной реакции. Так или иначе, приматы не соответствуют требованиям БОО. К тому же, без экспериментов на основе человеческого организма вряд ли стоит ждать дальнейших успехов. И хули это такое? А, то есть вот это лягушки-мутанты, короче, да, были? Ага, вот и, блядь, вот эта залупенция, сука. Билли, танцуй. Кажется, мы идем дальше. Бля, надо было ей гранатомет прислать. Гранатомет она бы хоть их вальнула. Обоих сразу. Да, что-то очень не очень. Не, ну в принципе, это я еще легко отделался. Я вспомнил, что у нее здоровье-то было не зеленое, а желтое. Светло-желтое стало оранжевое. Коктейли Молотова, правда, пришлось потратить, которые на тентакли предназначались. Ну да ладно, когда еще их встречу, непонятно. Отправить что-нибудь в библиотеку. Книги. Нахрена интересно лифт между библиотекой и вот этим складом? Я что-то вот вообще не улавливаю. Такой лифт на кухне такой. У нас вот в Адидасе примерно такой был. Только кнопки вызова не было. Чего у нее написано на платье? Рискуи. Рискую, наверное, там что-нибудь такое. Так, ага. Там патроны в морге, кстати, надо бы забрать. Пистолетные.
Где-то еще на карте какие-то патроны, я вижу, светятся, лежат. Тоже непонятно. А, ну это я понял, это бензин там. Вот там бензин, а здесь патроны. Почему, интересно, труп вот этот из пакета не встает? Я помню, во второй части морг у Гарин, там вообще трупы лезут. Так, блять, мне принципиально нужен этот один патрон. Ну-ка, нагнулась. О. Ништяк, вооружена и опасна. А, да, там же еще код какой-то на двери надо набирать. У меня тут где-то наброски есть на бумажечке. Наваял. Но если не подойдет, то будет немножко стремновато. Интересно, почему они по рации не переговариваются? Они что, вообще там, ну, что делаешь там? Не то, что там что делаешь, как дела, а что доложи ситуацию, как оно там, что, звуки стрельбы слышу. Им как-то друг на друга равнодушно очень, по-моему. Я, кстати, сколько сейфов не видел, в принципе, в... Ну, в жизни я таких мало видел, но в играх, в фильмах я нигде не видел, чтобы вот эта хуйня поворотная отсоединялась. Это же бред, блядь, нахуй еще. Сейф... Суть сейфа в том, что от него надо шифр знать, от того, что ты еще и колесико, блядь, спрячешь. Я думаю, ситуация сильно не усложнится, блин. С открытием. Это все равно, что, блядь, у домофона еще кнопки внизу выковырить, нахуй, чтобы вообще заебались набирать. Даже если знаете. Не у домофона, а как это, блядь, раньше называлась хуйня? Ну, а, ну кодовый замок. Да. Вообще супер изобретение, блядь. Особенно если на все замки один и тот же код ставить. Охуенно прям. Никто не войдет. Так, ввести комбинацию, да. Первое число. Так, первое число у меня на бумажке написано 4. Второе число. 8. Я так понимаю, что в разные стороны надо крутить, да? Я FIF, по-моему, на этом накололся или где. Не мог ввести этот ебучий код, потому что крутить надо туда-сюда. Да. Ну, понятно, этот код, блядь, он там в записках про пиявок указан тупо. Тупо текстом. Цифры выделены. Даже не надо их там ни плюс, ни минус. А, или надо было. Не, не надо было. А, ну какие-то элементарные вычисления. Короче, ну хуйня полная. У этого опять заставка. Рации, что ли? А, монолит. О, как ты умеешь, блядь. Нихуя себе. А хули я в обход бегаю? Давай на метро уедем. Хм. То есть это вход в метро был тупо, да? Ага, это что такое? У меня одна из тех трубочек с... Во-во-во-во-во-во-во. А, о как. Теперь она может сюда прийти. Прикольно она. Только она немножко ранена. В задницу. Похеру. Там убили, где-то аптечки у дверей стояли. Надо до них добежать, их скрафтить и юзнуть. Иначе будет стрёмно, я думаю, что... Под конец-то они должны были что-то придумать. Был то Немезис, то Тиран, то есть что-то такое должно быть, вылезти. Как-то, блядь, Капком без финального босса вообще не может. Там, кстати, дверка-то наверху будет открываться, не будет? Оп. Да, били мы вместе. Хуль ты орёшь, он рядом стоит. Так. Че убили там? О, заебись.
На тебе. Это тоже тебе, чувак. Пойдем покажешь, где там хилки. Очень надо. Ой, бля, время вообще, конечно. Вот, ну, блядь, аннигиляция времени вся эта ходьба. Это просто вот, сука, реально аннигиляция времени. Туда пошел, сюда пошел. Потом вернулся, потом снова, блядь, развернулся и обратно пошел собирать всякое говнище с полу. Аллилуйя, ёпта. Ну-ка, отсыпка и патронов. Нет, что-то ты дохуя и отсыпал. У нее дробовик есть, в отличие от тебя. Вот, вот так. Так, и что еще? И все, у нас один молотов остался, да? Заебись. Надеюсь, финальный босс это не толпа тентаклей, потому что это единственная игра, где коктейль Молотова не имеет никакого поражения сплэшем, блядь. Он просто одного именно сжигает, прицельно как будто. Поэтому с одним коктейлем мы вряд ли кого-то уделаем. А что это там блестит? Выходная катушка. Входная, блядь, выходная. Эй, а где моя палка, которую я подбирал? Я ее куда-то делал уже, что ли? Кто-нибудь помнит, где я ее выбросил? Че, блядь, значит, обесточен? Вон провода, вижу, идут куда-то сюда. Нет. А где этот ток-то включается? А, ну, наверное, наверху, вот в этой комнатке. Только, блядь, от нее тоже ключи вроде как нужны, нет? Может, блядь, можно стекло разбить и залезть по-нормальному? Чтобы никак дебил это, ну. Чё-то нихуя не понимаю. А это что за? И как туда попал? А, это поезд закрытый нарисован. Ну все, пиздец, я был везде. И что надо? Может, серьезно надо выстрелить просто в окно? Ай, какие хорошие окна, не разбиваются совсем. Ну как туда, блядь, попасть-то, ёб твою мать. Не поверите, но фан, блядь, тастически повезло, что я забыл эту палочку, короче, которая предохранитель, блядь, и случайно забежал сюда и увидел, что вот здесь пролом есть. Вот, то есть, просто везение, иначе бы я просто, не знаю, блядь, искал этот ключ до охуения, до скончания века, потому что, ну... Могли бы сделать так, чтобы в окно было видно, что там пролом какой-то. Но здесь видно, что свет как бы оттуда падает. Но мало ли, хуй знает, откуда он падает. А я именно случайно забежал в эту дыру. Смотрю, опа, нихуя себе так показывают. В уголке здесь. Главное, именно в угол надо было забежать. То есть, на руку сыграло еще и голимое управление. То есть, когда ты там давишь в одну сторону, камера смещается, ты начинаешь бежать, блядь, в другую сторону. То есть, пиздец. Ну, блядь, подвезло. Мне кажется, игра уже сжалилась, она уже поняла, что я немножко подзаебался уже. Охуевать от этих загадок и прочего. И прочего всякого. Так, а где я бросил? А вот он. Сука, этот гарпун, конечно, вообще. Вот без него игру было никак не сделать, конечно, он очень важен. Придурок Билли, блядь, сюда не догадается, конечно, сам никогда добежать, потому что игру делали еще во времена палеозойной эры, и
мозг для NPC тогда еще делать не умели, скажем так. Тут бот такой прямоходящий, ты ему тыкаешь в упор, орешь ему в ухо, тогда он реагирует. Не та кнопка. Okay. Так, сюда надо вставить, наверное, квадратный. Нихуя, да? Чё, блядь, делать-то надо? Ну? А, вот он. Воткнул. Больше у меня нет ничего. Советую тебе, блядь, начать работать. Ох ты, ебать. Метро 2033, мазафака. Ну и чё, они сейчас... Либо сейчас пол игры мы будем еще на метро ехать, либо я просто не понимаю... Где, блядь... Где Магнум-то в этой игре? Вообще, нихера, я, блядь, патроны с собой таскаю, как дурак, блядь, уже. Пол игры этот один-единственный патрончик для Магнума с собой ношу, непонятно за каким хуем. Один патрон вообще, он чё-нибудь, блядь, вообще, может, это будет решающий какой-то патрон, может, особенная серебряная пуля... Ну, серьезно, один патрон Магнума я вот как нашел, так, блядь, его потом скомбинировал с пачкой. Пачку стал носить. Балетную, сука. Так, на тебе, патронов отсыплю. Ну чё, блядь, всё? Пойдем займем места согласно купленным билетам. Ой, хоть бы это был конец. Хоть бы Магнум в бонус миссии давали. В DLC-шке прикольно было бы. Что-то поезд какой-то, блядь, бронированный, инкассаторский, наверное. О, обезьяна опять ебучая. И чё? Он по жопе ее поцарапал. Это была самая, блядь, нелепая сцена, нахуй, за всю историю, блядь, всех игр мира вообще, бля, вообще нелепая хуйня. Ку-ку, ебать, чё случилось? А тебе-то хули надо, ёб твою мать? Да выкуси ты, ёб твою мать. И тут я достал свой дробовик. Ты, блядь, вот так будешь, да, базарить? Блядь, камера. Он меня прижал к фонарю, вы можете в это поверить? Пиздец, мне фонарь не дал от него отбежать. Охуенно. Непременно все будет охуенно, сука, тупое говно. Знаете что, на эту серию, на этот раз, в очередной раз меня хватит все в пизду, это, блядь, серия. Она, может быть, записалась минут на 20, но поскольку я бегал туда-сюда, блядь, и колдовал с этими лифтами и выключателями, я уже играю полтора часа, блядь. Больше я высидеть в этой потрясающей игре не могу. Так что продолжение следует.